стоимость в январе рабочего дня всегда самая высокая в году. Поэтому с финансовой точки зрения, наверное, все-таки не очень будет правильно, да, использовать отпуск в январе. Если уж хочется продлить новогодние праздники, ну, более экономически выгодно, да, это будет сделать в декабре. То есть накануне, например, да, за неделю до Нового года взять ежегодный оплачиваемый отпуск. И поскольку декабрь у нас месяц не сокращенный, там нерабочих праздничных дней у нас нет, стоимость одного рабочего дня будет не такая высокая. И с финансовой точки зрения отпуск в этом месяце будет, наверное, более привлекательным для сотрудников.